Всем привет, с вами Мистер Блэк, и сегодня долгожданное видео. Мы будем изучать лакросс. Но не самый классический, который вы, скорее всего, уже где-то видели, а все лакроссы, которые только существуют. Поехали. Начнем с самого простого и распространенного способа, когда носочком шайбу толкаю к себе и уже с середины крюка примерно, ближе к носку, шайбу подкручиваю, подлезаю под нее. Самый распространенный и самый, наверное, такой простой вариант. Показываю. Подкрутили. Подкрутили. Самая частая ошибка у детей. Они нижней рукой шайбу прям выдирают. Они думают, она останется. И шайба часто просто вылетает. Вот таким вот образом. То есть шайбу надо толкнуть, подкрутить. Клюшка остается на льду, пока шайба не ляжет на крюк. Двигаюсь за ворота. Носком шайбу толкнул под себя, забил. Что важно, уметь забивать не только в девятку, как обычно ребята пробуют и в один угол все время бросают. Также ваш 15 между ног или же в дальний угол. Также есть способ, когда вы шайбу толкаете на себя носочком. И здесь уже шайбу не подкручиваете, а переворачиваете, ставите ее на ребро и поднимаете. Этот способ идеально подходит для зора, потому что можно шайбу поставить на ребро и дальше уже крутить зора. Также можно использовать для лакросса. Поехали. Толкнул на себя, шайба перевернулась, забил. Третий способ поднять шайбу с удобной стороны на пятки. Верхнюю руку опустил, шайбу на пятки, надо надавить на край шайбы. Нижней рукой давлю, шайба на ребро поднимается. Потом S-образным движением шайбу поднимаю, забиваю лакросс. В этом варианте клюшка остается сзади. Двигаюсь, развернулся, да, посмотрел передачу, надавил. Не забил. Двигаюсь за ворота. Увидел партнера. Обманул всех. Четвертый вариант. Поднять шайбу с удобной стороны с носка. С 28-м загибом делается, конечно, посложнее, потому что банан. С 92-м намного легче. Но попробуем. Руки мастера должны помочь. Носком надавил на край шайбы. Шайба встала на ребро. Точно так же, буковка S, разогнал шайбу, поднял. Двигаюсь за ворота, клюшка сзади, носком надавил, разогнал, забил. Также можно забить лакросс в другую сторону, можно сказать, в неудобную. Любым способом поднимаем шайбу. Да, и здесь в одной руке закрутил себя, забил гол. Также мне нравится в этом варианте, что я разогнался за ворота, затормозил, поднимаю лакросс, показывая, что я буду забивать вот в этот угол. Вратарь садится, защитники уже здесь. И я спокойно выталкиваюсь и забиваю гол. Также с этой стороны можно забить неудобной стороной. Пяткой надавил на край шайбы. Шайба поднимается, разгоняя, забиваю. Сейчас я повторю лакросс, который взорвал Инстаграм, набрал 25 миллионов просмотров. Это второй в мире по популярности хоккейный рилс. Поехали. Сейчас вы увидели все лакроссы, кроме одного, который вы увидите у меня в Телеграме. Подписывайтесь на мои соцсети. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Мистер Блэк. До новых встреч. Всем пока.